пробовал Сожирков, Канунников. Я считаю, что это все мимо. Либо надо было всю ставку. Ну, Жирков не очень подходит Камбару на левом фланге. Я считаю, что именно поэтому Жиркову в первом матче вообще ничего не получилось. Это плохая связка. Щенников, Жирков, я тоже не знаю, как бы получилось. Там вот именно такой защитник должен был быть левый. Что-то типа, ну, Гранат центральный защитник, но у него есть большой опыт игры на левом фланге. Я думаю, что его можно было бы выставить налево и поставить Жиркова над ним, и тогда бы это была хорошая